Девочки. Привет. Мы пришли. Очень хорошо. Проходите. Мы пришли. Обувь, Мария. Давай. Снимай. Держу. Закрой глаза, заходи. Это Марияша. От меня цветочки. Очень давай, расстегивай. Давай я тебе помогу. А еще... Я цветочки. Где? А? У Симули нашей завтра день рождения. Идем, проходи. Да. Глаза закрыла. Ух ты! Понравилось? Девочка моя. А когда я еще не зашла, я увидела шарики. Ой, да посмотрите, облачка, звезды, ай да. Это Гюля, Марияша приготовила такой сюрприз, такой кэнди-бар. Ой, какая прелесть. Марь, посмотри, какой торт Гюля испекла. Да, первый класс. Свечи, бабочки. Ой, а какие, как они называются, пироженки? Да, эти кудряшки маленькие. Ой, рыженькие. Или мои рыженькие. Мои девочки. Смотри. Видишь? Ангел. Понравилось? Лапуля. Ты, Гюля, хоть обними, хоть поцелуй, Марь. Ты чего? Растерялась. В восторге. Не поднимай, Гюля. Не поднимай, тебе нельзя. Мы пришли к Гюле. Ой. Да, Симки, день рождения завтра. Марь, покажи свои цветочки тоже. Ой, какая красота, Гюля, спасибо. Это Марияшины цветочки. Всем привет. Сима, и ты покажи свой подарок и цветочки. Да. Вот, Симин подарок. И вот под подарок ей цветочки. Что, я смущаюсь, я все сознание потеряю. Джан, не надо ничего терять. Ой, да, Гюля, посмотрите, как у Гюли стол накрыла. Вот такой сач. Ух ты. Это у нас вот такой красный маринованный лучок. Соленые огурцы. Лимонки, ага. Да. И мы с Гюлей сейчас. И мы две красоты. И мы, да. Ой, как мы устали. Слушай, сколько мы ждали, их поздно выпустили. Да, очень долго. Да, мы очень долго. Любовь моя, любовь. Ну как, сейчас ты расскажешь. Как да, мы сейчас будем переодеваться, мыть руки. Да. Потому что это парадное выходные одеяния уже нас. Ну вот так. На них, обнимайки, целовайки. Ой, у меня Симон пакет, сумка в руках. Я как зашла, так и хожу со всем этим добром. Ой, давай еще раз я вам покажу. Давайте. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть, да? И Марияша. Все, Марияшка у нас первоклашка. Все. Спасибо. Что начинается у тебя? Начинается мой первый класс. Да. Все, девочки. Все, кто смотрит, мужчины, девушки, девочки мои, огромное всем спасибо за то, что вы этот день провели с нами. Я вас всех обнимаю, я вас всех обожаю. И мы еще увидимся, а мы немножко расслабимся, потому что напряжение этого дня надо немножко снять, переодеться, сесть, перекусить. Я умираю, хочу пить, воды мне, воды. Все. Обожаю всех. Марияшка, давай, прощайся. Всем пока. Мам, это не настоящие. А? Свечи, да, это не настоящие, это такие специальные свечи. Да.